Вот еще относительно крутой и затяжной подъем. Сейчас попробую, посмотрю, как затянет, будет разгоняться в него или нет. Так-то, я думаю, заедет. Ну, интересно. Жалко, спидометра нету. Вон человечек слез, но я в него на велике нормально заезжал. Наши машины, в принципе, отстали. Ну, по асфальту в такие горки без проблем. Даже машины отстали, но они просто не быстро ехали.